Поддержать родной город собрались более 2000 человек в списке претендентов комиссии ФИФА 13 городов. Будет ли Самара участвовать в чемпионате мира 2018 года, для всех собравшихся интрига. За Самару болеют не только самые ярые поклонники футбола и именитые спортсмены. Вместе с самарцами в этот день звезды российской эстрады. В эфире федерального канала объявляют итоги. Болельщики замерли в ожидании. И вот он, долгожданный момент. Самара примет игры чемпионата мира 2018 года. Вместе с Самарой Мундиаль примут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград и Саранск. Лариса Шлафаст, Борис Миловский, ГИС-события.